Итак, вот купили мы такую игру, игры тетушки совы. Вот она. А инструкции нету, и весь интернет уже облазили, а инструкции нету к ней. Вот здесь яблоки, сыр, вообще какие-то динозавры, вообще не понимаю зачем. Ну вот, в общем, правила игры. Итак, когда мы попадаем на зеленую, ну, здесь нарисовано стрелочками, в принципе, мы перескакиваем. На красную мы пропускаем ход, если мы попадаем вот на красную. Вот. Поле мы пропускаем один ход. Так, если мы до 39-го доходим, мы на нем, то есть мы возвращаемся к началу игры, ну и начинаем заново. Ну а вот эти вот две дороги, то есть это разные пути игры. Если вы по ней идете и, ну, вы не попали ни на 18, ни на 24, то есть вы доходите до конца и погибаете. А вот желтые вы получаете вот эти вот фрукты. Ну, скорее всего, когда до конца доходите, я не знаю, зачем это вообще, эти фрукты. Наверное, сами художники знали эти, придумывали правила. Хотя этих правил вообще нигде нету. Производство Украина. Они, наверное, нам так отомстили. Так, ну, а вот с динозаврами я не знаю, насколько у вас фантазия бурно играет, то с ними можете делать. Можно их расставить там по полю. Ну вот, в общем, все правила игры.